Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, неожиданно для меня, я прям реально не ждал. Почему-то я как-то не следил за тем, когда конкретно выйдет игра Sons of the Forest, но она вышла, и мы в нее играем с вами. Я знаю, что я не прошел еще первый Forest, я не нашел своего сына Тимми, поиграв в эту игру. Думаю, что вернемся с вами еще и к первой части, поугараем. Посмотрите, какая она, и вообще ничего с лесом не связано, мы на вертолетике летим. Берем одиночный режим, продолжить, не знаю, я ни разу не запускал игру, давайте настроим. Нормально, давайте нормально выберем, потому что неизвестно, что эта игра преподнесет нам. Нормальный режим, самый нормальный, я считаю. Это что, война во Вьетнаме, что ли, идет? Нет, смотрите, мы военные. Паф, корпорация Паф. Мы летим на этот же самый остров. Это же та же самая локация, посмотрите на нее. Вон этот пляж, я его везде узнаю, там должна яхта стоять небольшая. Вот тут у меня, прямо где-то вот здесь была моя база. И мы ходили к этой горе, ой! Молния, кажется, нас сейчас шарахнет, да? И упадем мы камнем вниз. Кто с нами еще едет? О, ты кто такой? А ты кто такой? Эдвард Пафтон. Такой чувак. Злодей военный. Келвин? Школьный задира. Ты здесь? Нет, он мне устроит дедовщину. Давайте откроем профиль Келвина. Можно ли это сделать? Нет, нельзя. Смотрите, ухмыляется. Сейчас я устрою темную Евгению. Такую задиру, конечно. Ребят, чувствую, проблема будет. Оп, смотрите, Ди. А, мы можем. Барбара Пафтон. Вирджиния Пафтон. Целая куча, семейство Пафтонов. Все, ладно, закрываем ноут. И музыка прекратилась. Эта музыка в ноуте играла все время. Fight demons. Сражайтесь с демонами. А! Черт, нет! Надеюсь, Келвин умрет первым. Я должен упасть на Келвина, чтобы он смягчил падение мое. Парашют, ребят, доставайте. А! Да здравствует новый школьный задира. Ай, блин, мы тоже падаем. Нет! Кайф, супер эффектно. Блин, Келвин, это ты? Келвин, там что-то снизу его утащило. Выбить. Бам. Ой, как трудно под водой бить сильно. Ну, давай же. Есть, умница. Потом еще попробуем поиграть в кооперативный режим, но не в этом выпуске, а в следующем. Сначала хочу посмотреть эту игру сам. Я правильно плыву? Ой, все, я сдох. Меня прям сейчас сразу пуземцы подберут. Кто ты? О! Кто это? Не трог... Не надо, пожалуйста! Это герой из первой части? Это я, то бишь? О, вы видели, там члены моего отряда, и он только что двигался. Что это такое? А, набор выживания. Да, он двигается, он живой, живой, дружище. Лечить, лечить, все хорошо. Это NPC, он будет со мной, я буду команды раздавать. Там люди сзади. Сколько пальцев показываю? Что с ними так, он ударился, ему плохо. Что это такое? А, это следи, следи, приходи в себя, все. Итак, возьми предмет. Я ему дал задание? Келвин! Это же Келвин, блин, он выжил, черт. Ну теперь я даю тебе задание. Кажется, наш друг сильно приложился головой и ничего не помнит. Но я знаю, как простимулировать ему память. Нужно показать ему самое ценное в его жизни. Я как раз-таки тут порылся у него в рюкзаке и нашел такой предмет. Ой, нет, это всего лишь фото его родных. Не, я хотел показать совсем другое. Вот это! Келвин! Келвин, смотри, а, что показываю? Как называется, вспоминай. Poco X5 Pro 5G. Припоминаешь? Ну что, давай, ты всю дорогу сюда трендил про этот смартфон. Как ты там говорил? Тонкий дизайн. Камера 108 мегапикселей с поддержкой 4К. Ты столько фоток на нее сделал. Я тебе сейчас покажу, ты вспомнишь сразу. А знаешь, лучше не смотри. Нет, не стой. Я сам жалею, что посмотрел на это. Господи, Келвин, это все, что ты фоткал. Все 256 гигов забил этим. Тебе лечиться надо, чувак. Я удалю это немедленно, прямо сейчас. Боже мой. Сфокусируемся на другом параметре. Давай, напрягись. Итак, что ты говорил всю дорогу, пока играл в свои игрушки, а? Процессор Snapdragon 778G. Камон, чувак, даже я запомнил. Кстати, офигенный процессор. Реально уровень про. Хорошо, а дисплей? А, дисплей. 6,67 дюймов дисплей Flow AMOLED 120 Гц FHD+. Припоминаешь? Или опять будешь бездумно стоять и пялиться на меня? Ну же, приятель, ну вспоминай. Слышишь? Слышишь, как вибрирует эксосевой линейный вибромотор? Так прикольно. Ладно, хватит вибрировать, это те родные смс-ки шлют. Я, короче, заблокирую их, окей, я чтобы не мешали. Турбозарядка 67 ватт, вспоминай, давай, дружище, пожалуйста, ну ты нужен мне. И телефон мне такой не помешал бы на самом деле. Реально уровень про, где бы такой взять? Да. Что? ДНС! Я купил его в ДНС! Келвин, ты говоришь? Ты приходишь в себя? Смартфон Poco X5 Pro 5G. Флагманские функции в среднеценовом сегменте. Потенциальный бестселлер от Poco. Покупай в ДНС по спеццене до 31 марта. Подробности по ссылке в описании. Спасибо тебе, Юдж. Теперь я готов забрать свой смартфон. Келвин, ты все вспомнил? Да, я вспомнил. А теперь забудь!
Келвин? Келвин, очнись! Келвин! Дружище, как ты? Ничего не помню. Да, жаль это слышать. Ничем не могу помочь, сорян. Опа, можно давать им задания. Итак, иди за мной. Ха-ха-ха, это круто. Слышь, чё, Келвин, слушайся меня. У меня больше опыта в выживании, чем у тебя. Ты будешь ходить за мной, а я могу... Ба! Ой. Да чтоб слушался меня! Хорошо, забираем. Так, стоп, вот эти люди. Ой, боже мой. Во-первых, тут, что это, рыба дохлая. Они не стоят, они их на кол посадили. Ты идешь за мной, молодец. Чайка! Ладно, надо дать задание какое-нибудь. Возьми, построй, стой. Сделай перерыв, очисти. Возьми предмет. Да, возьми предмет. Ему нельзя пока дать предмет, нету никакого предмета. Хорошо, давайте другое задание дадим какое-нибудь. Построй костер. Блин, такое прикольно. Да, я понял, сэр. Я пошел строить костер. Это для мотивации. Слушайте, это прикольно. Но я должен был отомстить ему за все издевательства школьные. Пока он занимается делом, блин, как это прикольно. Ты чё? В целом, по его взгляду, не скажешь, что он сильно огорчен своей смертью. Мы ничего с этим не можем сделать. Они будут здесь висеть. А ты чё? Оу, у него череп наружу как-то вытащен. Странно это все. Пока он строит... готово? Я сделал, босс. Умница. Он реально сделал костер, посмотрите. Чайка, подохни. Ладно, а мы будем собирать тоже предметы. Всякие камни. Пока мы ничего не можем, нам нужно добыть что-нибудь. Доступна новая инструкция для изготовления. Ну-ка. Итак, поместите предмет на коврик, чтобы открыть их или скомбинировать. Нажмите на шестеренку, чтобы открыть тревожный чемоданчик. Ладно, нажмем. Пора. Есть. Чайка, есть. Освежевать чайку. Келвин, ты где? Ты чё прохлаждаешься? Давайте дадим ему задание. Построй укрытие. Ты знаешь, как это делать? Робот. Давай, давай, иди, пока топором тебя не замотивировал. Чё, прям вот так? На камнях ты идиот, Келвин. Ладно, я пока устрою геноцид чаек и приготовлю нам вкуснейшие стейки. Могу топором, может быть, срубить? Не могу. Что это такое, Келвин? Что ты построил? Почему ты это построил здесь? Тут крабы же водятся и волны бьются. Идиот. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Да, чайка? Я дарую тебе смерть. А ты даруешь мне мясо. Кажется, начинает тем... А, нет, это просто облако закрыло солнце. Что ж, почему бы нам не сделать немножечко мяса? Кинуть и присыпать листочками. Вот, разгорайся. Интересно, сколько таких команд можно давать Келвину? Келвин, ты куда пошел? Изучить основы строительства? Давайте смотреть. Ага, можно делать всякие вот... Палка плюс топор равно череп. Череп можно поставить на палку, равно череп на палке. Можно поставить палку, ударить топором. Получится копье. И всякое другое барахло тоже можно делать. Рампа, порки, хорошо. Ой, мясо. Келвин, возьми предмет. Сейчас мы его покормим. Не могу его покормить. Извини, ложная тревога. Ой, я ему случайно дал еще один костер строить. Сори. Ладно, строй. Много костров не бывает. Тем временем, пожалуй, поедим. Очень вкусно. Смотрите, какое рабочее пространство. Как много места. Лекарства нужны? Нужны. Мне надо себя подлечить, я думаю. Все, прекрасно, замечательно. Чтобы активировать GPS-трекер, нажмите M. Ну-ка. Ух ты, круто. А что это за маркеры там? Какие-то маркеры, видимо, нам туда нужно будет сходить. В целом, этот пляж неплохое место, чтобы сделать свою первую базу. Давайте здесь и обустроимся. Весь хлам сейчас подберем быстренько. О, две гранаты! И флееры еще подобрал. Так, мусор, конечно же, в океан. Может быть, вырубкой леса займемся? Стоп, мы можем дать этому чуваку топор. Надо подумать, где палки, которые я подобрал? Вот палка. Зачем ты ее взял? Стой, нет. Палка. Камень и еще камешек? Нет. Мы сейчас что-то хотим сделать. Изготовление копья, каменная стрела, ремонтный инструмент, самодельный лук можно сделать. Короче, нам нужно еще... Может, вот это? Нет. О, посмотрите. Можно сделать копье, палка и что еще? И перья. О, смотрите, еще можно... Подсветку менять. Не знаю, для чего это нужно. Видимо, ночью. Что ты еще хочешь от меня, игра? Я не понимаю. Смотрите, вот как бы уже готово ведь для каменной стрелы. Но я не могу сделать, я не понимаю, что нужно нажать. Каменная стрела, нужно 4... А, блин, стоп, погодите. Каменная стрела, нужно... Раз, два, три, четыре. 4 камня. И 2 перышка. И 2 палки. Вот, мы можем сделать что-то. Объединить. Вот. Мутим, фигачим. Пам. Стрелы. Теперь копье. Значит, нужно 2 палки. У меня нет 2 палок. Ножик, изолента, 2 палки. Есть, делаем копье. Вот сейчас дадим Келвину копье. Кто бы мог подумать, что судьба так и распорядится, интересно. И в итоге мы с Келвином станем друзьями. Вынужденными друзьями. Келвин, возьми предмет. Я не понимаю, как мне дать ему копье. Беда, мы не можем дать ему предмет. То есть, получается, он будет смотреть, как я, как терпила, просто рублю деревья и работаю, и батрачу. А он будет просто ходить. Я заставлю его строить костры весь день и всю ночь. Ой, как приятно дерево рубится-то, а. Оберегись, Келвин. Итак... Берем бревно. Слышь, стой. А! Это я не специально, это так сделано, случайно, саму. Возьми бревна и иди за мной. Давайте посмотрим, как он будет брать. Реально берет.
Два бери. Ты что, два не можешь взять? Слабак. Слышь, за мной иди, урод. Вот тут складывай. Так, видимо... А, он и так знает. Он и так знает, что делать. Какая умница. И ходит, собирает бревна. Такая ж ты умница. Нет, 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 нет. Не надо. Да не надо. Как ему объяснить, куда их складывать? Он же их будет сейчас просто тупо в лес за мной тащить. Нет. Что это было? Что за выстрел? Сюда, братан. Сюда клади. Ты можешь их складывать аккуратнее, пожалуйста? Ладно, рано или поздно он разберется, что делать с бревнами, как их правильно таскать. Возможно, в этой игре можно обучать этого персонажа. Он же, видите, немножко такой еще. Он только пришел в себя, ничего не понимает. Не помнит даже, как его зовут. Не помнит, как он чморил меня в школе. Поэтому можно внушить ему все, что угодно. Пинкс. Бревна готовы. Ох, вот так можно складывать. И что, типа стена получается? Пару ударов, и древесина падет под натиском моей силы. Оп. Вот так оно развалилось. Классно таскаешь, Келвин, вообще прекрасно. Разумеется, первым делом я хочу построить вот такую стену, которая полностью нас оградит от всего острова. У нас будет дом на пляже. Здесь можно начать стену. Вот так, оп, и туда же. Кстати, погоди, а то, что мы вот так сложили, это мы, считай, построили? Или что мы делаем? Так, что я делаю? Я рублю. Сделал маленькое бревно. Поставил. Как-то сложно это все выглядит. Вот так. Такие конструкции смешные. Оп, она стала бы еще выше. Слушай, ну походу это стена. А раз это стена, давайте продолжим ее. Не знаю, придется, конечно, срубить это все. Стой, 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 стой. Можно ли как-то убрать это? Нет, можно только срубить. Даже не знаю, что это такое мы делаем с вами. Короче, складываем сюда. Придется это тоже разрубить. Не знаю, на бревна пойдет. Стоп, стоп, нет, отмени. Во, бревно. Мы можем вот сюда пристроить. Что ты делаешь? Что это я делаю? А, вот. Yeah! Все получается, все работает. Пока наш добрый слуга носит. Давай, клади. Спасибо. Я думаю, раз, два, три, четыре, пять бревен достаточно. Может даже по четыре пока сделать. Этого будет достаточно, чтобы подпрыгивать так вот и из лука стрелять во врагов. Ну и что ты поставил? Давай не строй. Этим буду я заниматься. А мы можем как-нибудь... изменить направление или только вот таким образом? Только прямо или вот сюда? Давайте прямо, лучше больше, чем меньше. Оп, спасибо. А костер-то горит сам по себе. Ой, как много работы у Келвина еще. Темнеет. А Келвин все трудится. Кто это? Что это? Кто ты? Боже мой, ты кто? А, у нее три руки! Стой, Келвин! Келвин! Сражаться! Как дать? Как дать команду сражаться? Иди за мной, команда. Смотрите, она не... Блин, это как-то страшно, мне неприятно. Ужасы какие-то. У нее куча ног, куча рук. Я помню, она из трейлера. Почему она одета в купальник? Куда ты меня зовешь? Фу, какая жуть. Смотрите, пещера. А, как мне включить фонарик? По-моему, у меня нет фонарика, да? Вовсе нет. Может быть, сигнальный огонь кинем? Где я видел? Пусть пещера-то была. Вот, пещера. А? И что это? И что, я его кинул? Черт! Надо было сначала, да, открыть. Келвин, ты со мной? А, мы пойдем туда, в пещеру, к этим чувакам. Я туда сейчас пока не пойду, еще страшно. Ну его в жопу, я топор беру в руки. Келвин, иди сюда, будем прятаться за стеной. Садись. Молодец. Он повторяет за мной прямо. Я встал, и Келвин встал. Я сел, и Келвин сел. Повторюшка, дядя Хрюшка. Так, возьми бревна и брось здесь. Вот такая команда будет. Оп, понял. Давай, работай в ночи. Какой бесстрашный Келвин. Пошел в ночь. Будет сейчас бревна мне приносить. Я думаю, нужно пойти поспать. Где эта палатка? Вот она. Сохранить и баиньки. Ах! Келвин работает, а я только встал. Отдохнул хорошо. Слушай, может быть, нам нужно было бежать за этой... Не знаю, кто это. Это женщина. Но я пока не был готов. У меня даже факела нету. Чтобы сделать факел, нужна тряпочка. Тряпочек у меня нет. Опа! Мы испытываем нужду. Мы голодны. Быстро кушать. Кушать, кушать. Съесть. А теперь что по воде? По воде-то нечего. Пить нечего. Я не думаю, что можно здесь пить морскую воду. Но в арке можно было, поэтому рискнем. Ныряем. Буль. Нет, это не сработало. Ладно, Келвин, ты пока складывай бревна. Я пойду добуду воды. Что это? Ягодки. Ну-ка, ням. Это дало мне пить? Это дает мне немножко пить. Келвин, запиши себе. Синие ягодки можно есть и можно пить. А мы пока еще исследуем побережье. Посмотрим, что здесь можно найти. Лес красиво выглядит. Уже, сказал бы, более реалистично, чем в прошлой игре. Давай, запрыгивай. Запрыгивай. Тут можно за выступы хвататься или нет? Я думаю, что нет. Но разве меня это остановит? Сейчас мы... Хоп. Я сейчас заберусь, ребят. Хорошо. Здесь мы встали, укрепили позицию, и теперь запрыгнули сюда, и мы на скале. О-хо-хо. Я прям в реальном лесу нахожусь, как будто. Что это у нас? Вкусный кролик бегает. Ладно, я просто нападу на него. Просто нападу. Белка! Смерть! Мне нужно твое мясо. И шкурка. Шкурку-то я взял от нее? Беличья шкурка не добавлена в рюкзак. Слышите?
Слышите, водоем? О, нет. Вот они, пуземцы. И кто-то там храпит? Мне просто нужна вода, друзья. Они, возможно, мирные. Я так предполагаю, я надеюсь. Что он там делает? Кто-нибудь видит, что он там делает? Без понятия. Пока что не будем вмешиваться. Я просто хочу попить. Я просто мирный житель. Я фактически такой же NPC, как и вы. Я не понимаю, с чем он там играется. Не могу разглядеть. Ну попей ты, господи. Не пьет, смотрите, гад. А, пьет. О-о-о. Пей до конца уж. Так, вы устали, используйте брезент. Че он встает? Че ты встаешь? Это что, гитара у него, что ли? Ты музыкант местный? Ладно, слушайте, я устал, я сделаю здесь брезент, окей? Так, ну, давайте вот здесь. И что я должен сделать с этим? Хорошо, мы, видимо... А, поднимаем этот уголок на палочку. Поднимаем вот этот. Что-то типа того. Слушай, что прикольно. Ладно, давайте отдохнем. Ой, проснулся ночью. Давайте еще отдохнем. Проснулся утром. Наверное, брезент я уже не могу, получается, забрать. Может, я могу его сломать? О, да, все, забираем обратно. Ладно, пойдемте поболтаем с туземцами. Возможно, они реально добрые. Давайте присядем, я хочу посмотреть. Погодите, во-первых, есть ли у меня бинокль? Бинокля не видать. Аккуратненько. Они что, сушат бревно? Это качелька. Что за мотор? Это мотор от моторной лодки. Он играется с мотором от моторной лодки. Ты реально играешь с мотором от моторной лодки? Ты что, идиот? Ты сумасшедший? А дашь мне поиграть? А! Что? Фух, чуть не задел меня. Ты что такой агрессивный? И что у тебя за маска дебильная? Все, давай мы не будем сражаться. Я пришел с миром, понял? Можно я просто сяду на твой стул? Очень удобно, кстати говоря. Слушай, я же тебя отомщу сейчас. Блин, он меня убил. Реально? Он меня задел? Вот так вот сделал. Черт. Келвин! Келвин, Келвин, прием! Келвин, прием! Келвин, если ты слышишь меня, бросай бревна. Или лучше захвати с собой одно бревно, потому что это надо вырубить несколько туземцев. Бревно одно, как слышишь? Ладно, я сам себя завожу. У тебя никакого толку нету. О, прям сзади меня! О, прям сзади меня! Слушайте, вы такие агрессивные. Где мой рюкзак? Мой рюкзак! А, вот он. Да поскорее ж бери ты. Слушайте, я отомщу вот этому чуваку. Он меня просто бесит. Ты меня просто бесишь. Во-первых, сначала сломаю твой чертов стул. Нет? Нельзя? Вы что думаете, я что, оставлю вас в покое и не отомщу никак? Мне нужен усиленный огонь. Как его сделать? Камень, что-то там камень. Черт, у меня мясо стухло. Побежали домой. Давайте немножечко таблеточек, чтобы нам хорошо стало. О, кайф. Они что, преследуют меня? Нет, я просто почему-то слышу их кряхтение отсюда. Я не знаю почему. Побежали домой. Вы испытываете усталость, вы испытываете жажду. А еще я испытываю терпение к моему другу Келвину, который не помог мне в трудную минуту. Меня чуть не сожрали, Келвин, чуть не сожрали туземцы, прикинь? Он не верит мне, да? Ты мне не веришь? Туземцы, вот хочешь, я тебе потом покажу? Сейчас чайку сожру какую-нибудь. Чайка! Оп, чаек много не бывает. Так, мясо вот это положить, а вот это вообще нужно выбросить, наверное. И листиков. Опа, одно уже готово. Няма-няма-няма, скорее. Ам, о, белиссимо. Ну-ка еще. О, белиссимо. Так, что можно сделать? Ремонтный инструмент нужно сделать. Отлично. Это, значит, камень, палка и веревка. Есть! И самодельный лук. Значит, изолента, веревка и чё? И две палки. Есть, теперь у нас лук. Вот это я возьму. Не, погодите, еще рано. Нам нужно побольше чаек убить. Стой! Стой! Какая проворная чайка. Вот-вот-вот-вот, летит. Хоп! Ты прям к обеду как раз-таки пришла. Смотрите, как наш покорный раб носит бревна до сих пор. И даже еды не требует. Какой умница. А нам нужно поспать срочно. Сейчас доготовим. Есть. Келвин, я спать. Увидимся. Добрейшее утро, мой дрожащий друг. Что делаешь? Ты какой-то кровавый весь. Это из-за того, что я тебя бил. А тут же вроде все. Или ты еще где-то бревно нашел? Или ты... А, ты в туалет. Извини, ты в кусты хотел. А, неловко. Что ж, мы испытываем жажду. Значит, самое время взять с собой Келвина. Келвин! Келвин! Я хочу тебя взять. Келвин! О! Ты что тут делаешь? Ты об дерево, что ли, ударился? Стой, иди за мной. Итак, взять лук. Идем к пуземцам. Они первые напали, чтобы ты понимал, что это не я злодей здесь. Я пришел с миром познать их технологии. Как они делают музыку с помощью мотора моторной лодки. А они напали. Представляешь? Сейчас ягодками подкреплюсь. Опа, еще воду слышу. Вот он, ручеек. Ну, прекрасно. Силы восстановил. Келвин, ты тоже можешь попить, если что, я разрешаю. Келвин. Ты куда? Он что, по воде не может ходить? Он в обход побежал. Нам нужно вверх по ручью идти. За мной, бравый воин, давай, за мной. Ать-два, ать-два. Что это было? Келвин! Осторожней! Как я обосрался от этого внезапного падения! Сзади!
Сзади. Стой на месте. А, он кидает камешками. Ой, я промахнулся. Ладно, сейчас чуть-чуть еще вот так. Стой, как тут целятся-то? Перекат, откат сделал, значит. Попал. Ха-ха-ха-ха. Не допрыгнул. Ублюдыш. Подохни. Келвин, ты че? Ты где? Почему не сражаешься? Здесь где-то был еще второй. Вот ты за деревцем стоишь. Ну-ка, вышел. Руки вверх. Получай, посраки. Куда полез? А ну стоять. Спускайся. Все, мертв. Три стрелы. О, блин. Принесем дары. Потому что это совсем другое племя, явно. И мы сейчас труп этого чувака принесем тому племени, и они поймут, что я свой. Надеюсь. Келвин, смотри, смотри, смотри. Смотри, что мутят, а? Смешные. Пойдем спустимся к ним сюда. Келвин, ты прикинь, играется с мотором. Смотри, чувак. Вот, блин, он не смотрит. Сейчас, 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 сейчас. Пока! О! Погодите, это же они здесь живут. Вот, смотрите. Дары принес. Ладно, ты умрешь. Понял. Это было очень смешно. Оп! Пах! И стрелу в ахилл. И в колено. Разумеется. Слушай, какой бронированный чувак. Да когда ж ты? Сколько тебе? И он упал. А, ладно, он жив. Слушай. Хотел стрелу забрать. Пожалел об этом. Какой-то босс, джаггернаут. Келвин, ты поможешь мне? А! Осторожней, Келвин. Так, забрать стрелы все. Да сдохни ты уже. Сдохни. Сдохни. Я сейчас упаду. Оп. Есть. Слушай, он кажется... Все! Умер от изнеможения. Он просто устал махать. Вряд ли мои стрелы ему сделали больно. Так, вот этот агрегат, пожалуй, мы конфискуем. А можно ли? Келвин, отвернись. Мы даже поднять его не можем, настолько он тяжелый. Слушай, надо дать тебе какую-нибудь команду. Очисти 5 метров. Это, видимо, не знаю, давайте посмотрим, что такое очистить 5 метров. Чисть 5 метров, что бы это ни значило. А, хорошо, понял, босс. Блин, к сожалению, мы не можем ничего сделать с этим. Надеюсь, это потом добавят. Но давайте избавим этих туземцев от этого опасного инструмента. Ой, бабочка на топор. Бабочка на топор села. Не спугните ее. Птичка села. Я чувствую себя Золушкой. Природа, дикие звери, единение. Келвин, ты куда пошел? А, вон он пошел. Что-то пошел чистить. Так, давайте догоним Келвина. Не надо чистить ничего больше. Стой, 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 стой. О, у него есть топор. Куда ты побежал? Тебя нимфы манят. Не иди, не ведись на это. Нет, стой. Все, иди за мной, окей? Ты здесь, ты преследуешь нас. Я ж тебя убью сейчас. Их двое здесь. Оп. Так, так, так. Так. А, устал. Слушай, они меня вкоцали хорошенько. Сейчас расчленку сделаю быстренько. Отлично, Келвин. Ты где? Надо вернуться в лагерь. Ну, не в наш, разумеется. Ой, вон ходит. Ой, вон еще не ходит. Мы идем к вам в гости. Ну, ты что такое, а? Ну, что это такое? Скажите мне. Это отвратительно. Я должен это убрать. Все это омерзительно. И вот этот ковш безвкусный убрать тоже. Что тут еще есть? Черепа, брезент. А, не стесняйся, не стесняйся. Келвин, бери все, что найдешь. Веревочку можно подобрать. Няму всякую. Ты не против, надеюсь? Я вижу, что ты не против. Такой, это мое. Это мое. Я же взял. Значит, мое. Согласись. Сой, погоди. Ты же смотри, какой цивилизованный. Еще запинал меня. Но он еще и сильный. Келвин, надеюсь, ты меня спасешь. Я сейчас здесь же проснусь, да? На шесте? А, я сдох. И меня закидывают моим барахлом. Этого всего не было, я так вам скажу. А что было, вы увидите вот в следующем видосе. Очень скоро, наверное, выпущу, потому что меня заперло играть в эту игру снова. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!